Мынашын деп чындыгында ыраазычылык сөздөрүн билдирип өттү. Нурлан Токтобакиевтин мына тиешелүү адамдарга ыраазычылык билдирген бул албетте өтө жакшы. Бул каада салтка айланып бара жатат. Бардык жеңүүчүлөр ушундай тиешелүү адамдарга ыраазычылык билдирет. Анткени мунун артында көптөгөн эмгек, көп нерселер бар. Биз дагы бир ирет Нурлан Токтобакиевти ишенимдүү жеңиш менен куттуктап туруп, бүгүнкү таймаштын борбордук беттеши, бүгүнкү турнирдин негизги супер таймашы жана эң В Техасе все любят футбол. Сегодня понедельник, и мы все знаем, что это значит. До пятницы осталось всего 4 дня. 4 дня, и наши пантеры разобьют мустангов из Уэстерби. В городке Дилан никто не любит Эрика Тейлора. У нас звонок, слушаю вас. Эрик Тейлор любит свою работу. Привет, меня зовут Сьюзен. У них новый тренер, правильно? Бул жакта 1.85 жок. Бул маалымат туура эмес. Экрандагы 1.97 сантиметр, 2 метрге жакын салмак, албетте 93 килограммдан оор. Ошондой эле Fighter KG спорт клубунун өкүлү Кенжебек Чекировтун шакирти. Өзү болсо азыркы учурда 29 жаштагы Тилек Жээнбеков. Тилек Жээнбеков чемпион Евразии по панкратиону, серебряный призер мира по универсальному бою, чемпион республики по боевому самбо, рукопашному бою и грэпплингу, очень опытный спортсмен и действительно боец высочайшего уровня. После победы над Проценко Тилека Жээнбекова называют новой звездой кыргызского ММА, и безусловно он этого титула заслуживает. Но его оппонент Малик Тамбе, представитель дальнего зарубежья из Швеции, сегодня этот колоритный персонаж и действительно боец, который достоин противостоять Леку Жээнбекову. Малику Тамбе исполнилось в этом году 36 лет, и за свою карьеру он очень много всего достиг, но прежде всего это были локальные победы. Является он чемпионом Швеции по ММА 2015 года, сам мастер спорта по ММА. Мы видим, очень колоритный персонаж, тренируется в команде Pancrase Gym у Омара Буича. В профессиональной карьере на ринге смешанных единоборств завоевал 6 побед и 2 поражения. И определенно достоин сегодня сразиться с кыргызским чемпионом. Заявлял перед боем Малик Янг Тамбе о том, что он здесь, чтобы победить, и неважно кого, моя цель – титул чемпиона World Airtime Federation. Вот такой вот боец. Малик Тамбе, да? Чындыгында мына ошол биз күткөн эң акыркы беттеш дал ушул ушунчалык мына бир өзгөчө шаң менен аренага, же болбосо октагонго жакындап келе жаткан Малик, швециялык мушкер. Тилек Жээнбеков анын албетте ага басым бар. Себеби Кыргызстан, мына жергиликтүү күйөрмандар баары андан жеңишти гана күтөт. Малик Тамбеде эч кандай басым жок, ошондуктан өзүн эркин кармап ушундай ишенимдүү чыгып келе жаткан дагы бир жагын ошондон. Малик Тамбенин албетте салмагы бир топ оорураак, бою бир топ кичүүрөөк, жашы дагы улуу, экөөнүн ортосунда 8 жаш, ооба, 8 жаш айырма бар. Жана биз октагондон бүгүнкү беттештин эң акыркы жолун тосуп алганга даярбыз. Бул VEF 55 Global
12 турнире, но шантип 4 жыл ичинде 55 турнир өткөргөнгө. Жетиште бүткүл дүйнөлүк эртайм аш уюму жана ошол уюмдагы эң белгилүү намушкерлер сиздердин назарыңыздарда болуп атат. Буга чейин алгач ошол азыркы Тилеки Жээнбековтон баштап, андан кийин Нурлан Токтобакиев, Алтынбек Мамашев жана бир нече мушкерлердин азыр сүрөттөрү дагы мына ушул жерден жөн жерден көрүнө өткөн жок. Сол тарабына турушу керек Малик Тамбио, анысы Кайрат Мусаев мына колу менен жаңсап ошол жака турусун көрсөтүп берди. Так, справа от меня красный угол. Боец весовой категории 93+. Его рост составляет 197 сантиметров. Чемпион Евразии по панкратиону. Серебряный призер мира по универсальным боям. Чемпион Грузинской республики по боевому самбо. Чемпион Грузинской республики по рукопашным боям. Чемпион Грузинской республики по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Fighter KG, Кыргызстан. Тренер Чекиров Кенжибек. Чендака! Тиле! И его соперник в синем углу. Весовая категория 93+. Его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион Швеции по ММА 2015 года. Мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд. 6 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Панкрайс Джим. Тренер Омар Буич. Малик Тамбе! Ну и вот, действительно, Кайрат Мусаев объявил главных действующих лиц сегодняшнего ивента. Главное событие вечера – Тлек Жээнбеков против Малика Тамбе. И мы будем наблюдать за этим противостоянием. Если вы только подключились, друзья, вы смотрите телеканал НТС Спорт. Прямой эфир с турнира ВФ-55 Global 12 с Дворца Спорта имени Кожамкула. Главное событие этого вечера – последние наставления бойцам от главного арбитра встречи и традиционное рукопожатие бойцов. Ну как тебе, Малик Тамбе? Довольно интересно, да, будет посмотреть? Албетте, был Гюермандарн Барным бюро. Да, азырна Гильдин Барным бюшу эки көзү Малик Тамбе менен Тилек Жээнбековдо десек болот, анткени чындыгында кызыгы жаратып атат. Лоу кик Тилек Жээнбековдун аткаруусунда жана бул беттеш эмес, мына ушундай бир машыгууда жүргөндөй таасир калтырган өтө позитивдүү мушкерлердин бири Малик Тамбе деп айтсак болот. Жана действительно мы замечали даже по выходу его, да, он сам пел свою песню, как поставил. Ну и вот, собственно, что касается боя, то пока идет неплохая разведка. Тлек Жээнбеков несколько раз проверил джебом оппонента. Тамбе практически не сопротивляется. И сейчас есть ощущение, что Тлек играется буквально со своим оппонентом. Вот здесь хороший боковой от Малика Тамбе. И что дальше? Что дальше? Была попытка прохода в ноги, но Жээнбекова так просто не возьмешь. И здесь Малик было понадеялся на свою скорость, но здесь Жээнбеков очень неплохо контр отзащищался, скажем. Проценканын тестинен өткөн Тилек Жээнбеков, деми Малик Тамбенин мындай ичине кирип келгенинен негизинен жабыркабашы керек. Ошентсе дагы азырынча өзүнүн кандайдыр бир ыңгайлуу учурун күтүп тургандай, анткени мына ошо проценканы таптакыр бутуна өткөрбөй койду эле. Андан кийин азыр Тилек Жээнбеков да бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле Орто Азияда көрмандары өтө көбөйгөн. Эгерде
ошол социалдык тармактардан ошол беттештерине көз жүгүртүп көрө турган болсоңуздар, кошуна өлкөлөрдөн дагы көптөгөн көрөрмандар Тилек Жээнбековго ыраазычылыгын билдирген учурлар болгон. Азыр экинчи ирет Малик Тамбин мына оң колу менен ылдыйкы жаакты көздөй соккузат деле, бирок ал болгону жалпы соккулардын саны мына ошол экөө. Тилек Жээнбеков албетте ой азыр ылдыйкы жаакка мына ушул жерде соккузатылды дагы калыс келип беттешти токтотконго аракет жасады Малик Тамбе. Буга чейин ошол египеттик бир Кылыч Саркарбаев менен келип кеткен. Здесь, мне кажется, должно быть какое-то решение сверху, чтобы бой продолжился. А его действительно бой продолжился. Демек, буга чейин деле бир өзбекстандык мушкерге мүмкүнчүлүк берди эле. Андай болсо азыр дагы беттешкенге мүмкүнчүлүк берди. Мен оюмча бул эң туура чечим, калыс чечим деп айтсак болот. Вначале показалось, что судья принял решение об остановке боя, но затем, видимо, посоветовавшись, все-таки бой решили продолжить, но это не мешает Леку Жээнбекову буквально избить своего оппонента. И сейчас под восторженные крики родной публики даже не вспотел, скажем честно, Лек Жээнбеков буквально за один раунд разобрался со своим оппонентом. Но вообще Жээнбеков является действительно профессиональным бойцом. Он перед этим боем говорил в интервью, что очень внимательно со своей командой следил за оппонентом, готовился на него около месяца. Ну и вот, собственно, тяжело в учении, легко в бою, он это доказывает своим примером. И действительно, красивая победа, как завершение этого вечера, не побоюсь этого слова, доминации кыргызских бойцов над остальными. World Таймаш Федерейшн 55, Global 12 полностью удался. Жээнбеков! На Тилек Жээнбековду ошентип жеңиши менен куттуктайбыз. Чындыгында менде үмүт же болбосо ишеним бар болчу, ушул биринчи раунд эле атаандашын утат болуш керек деп. Анткени Малик Тембе анын мотивациясы албетте Тилек Жээнбековдукундай эмес. Биздин мекендешибиз келечекте мына ушул бир эле UFC-де жүргөстөн андан ары UFC-ге чейин барам деген ойлору, пландары бар экенин кечээ күнү билдирген. Андыктан албетте азыр деле өзү жашына 28-ге чыгып турган чуруп, мына азыр беттешти кантип утканын бизге көрсөтүп атат. Чындыгында демек мына ушул соккуларды жеп алыш үчүн ал буга чейинки калысын чечимине каршы турганбы? Да, еще раз поздравляем Тилека Жээнбекова с уверенной победой. Вечер удался, ивент во дворце спорта имени Кожамкула. И давайте послушаем. Рахмат Шөтүкелев, кыргыздан жигиттерин колдоп, кыргыз кимекенин даңазалап жүргөн жигиттерди колдоп келгениңизге чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолукта бололу. Кыргызстан кичинекей Кыргызстан ынтымакта, билимдикте бололу. Эң главный ушул билимдикте болсо күч бирдикте дегендей баарын жеңебиз, Кудай буйруса. Рахмат сиздерге. Да, биз дагы ушул Тилек Жээнбековго рахмат айтабыз. Анткени дайыма ушул Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөт. Урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, ошондой эле мына эрежесиз эр таймаштын күйөрмандары, биз сиздерге сунуштаган мына беттештердин баары соңуна чыкты. Бул түз эфирдеги ушул Кожомкул атындагы спорт ордосунан болгон WEF 55 Global 12 турнири. Биз сиздер менен куштуруп турган убакытка келип жеттик дагы. Сиздер менен кийинки таймаштардан жолукканча саламатта болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Дидар Эсемов болдук. До скорых встреч, друзья!